Я буду крайне удивлен, если я здесь не умру. Гррр. Есть надежда, что он активируется не при получении урона. Типа ромбазий-генератор. Ну, это чудесно. Грубо говоря, игра мне предложила или ХП в виде книжки, либо дамаг в виде книжки. Я, наверное, заберу ХП в виде книжки, буду надеяться на то, что дамаг мне повыпадает с чего-нибудь еще. Из вас неадекватный. Все адекватные. Вроде все были адекватные, ладно. Мне вот нравится, когда босс такой задумался и думает, что же ему делать в жизни еще. Ну, кубик мяса я, конечно, не хайпую, но сморг был бы сейчас очень доволен, мне кажется. Отстой. Эффективно. Что в аркаде мне может сейчас пригодиться? Ничего ведь? Ничего. Ну... А, о, бесплатная аркада. Не очень полезно.
Это опять превращается в ран без дамага и без всего. Кубик засейвил только что. Один плюс один равно восклицательный знак. Есть такое легкое ощущение, что надо задонатить свои 10 монеток. А то там опять грит вот это все. Хотя бы отхил будет с ублюдка до конца рана. Если я не буду уж прям как последний конченый парень получать дамаг, то, скорее всего, красные сердца будут заполнены. Окей. Обыкновенный! Удивительно. Окей. Так, ну... Это 9... Ретраев, а это дэмэдж, да? Если я беру это, то у меня остается всего 2 сердца. Это причем не консистентный дэмэдж, но какой есть. Ну, видимо, да. Видимо, как есть. Ладно. И что-то я посчитал неправильно, что ли? Почему у меня осталось одно сердце красное? Или это... Пипец, я руиню сейчас все себе на свете. Ай, ну ладно. Девять жизней, но с одним красным сердцем. Не наноси мне урон. Окей. Ну, по идее, у меня есть генератор ХП. И мне нужно проходить вот все такие румы, потому что они дают много зарядов за бесплатно. Или, может быть, какой-то айтем найти на генерацию зарядов. Тоже будет неплохо, да?
Так, ну пока по ХП вроде все нормально стало. Везет, просто везение. Ничего не понятно. Может быть, шоп? Господи, какой, что это? Ну, что это такое? Ну... Это на будущее сердце. А, профессионал. Вау! Так, ладно, один раз получилось. Жесть, это слишком мощно. Второй раз не получилось. Ну ладно. Опять, мне кажется, меня защитил этот... Так, ну... Вот так. На босса, наверное. Я хз, как себя позиционить на этой арене, так, чтобы не рофлить скрипа. Типа, если я хочу наносить урон... Он блочит мне на нанесение урона. Ну, разлитием крипа, имеется в виду, естественно. Я уже попадал один раз в ситуацию, где он меня просто заблочил все. И было некуда идти, и я такой, а, ну, значит, я получаю урон сегодня, да? И стоял, рофлил, получал урон. Сейчас было совершенно не обязательно, кстати, ловить дамаг. Пойду за предметом. Что-то слишком много приходится идти за этим айтемом. Блин, тут еще неадекваты. Не очень айтем на дэмэдж, конечно. Сундук еще открыть, да? Да, сундук.
Как много денег, господи. Ну, ладно, пойду задоначу. 10, 15 на айтем, если он будет хороший, и пяток еще на сердце, если оно будет в продаже. 32 694, дробь 5 фрейма. О. Охуенно. Не, еще лучше. Просто, да, больше сундуков, да. Ключи не нужны. The world. Окей. Ключи вообще не нужны. Они не проблема, они не нужны. Зачем нам ключи? Зачем нам эти пауки? Нихера, я не получил урон. Вот это да. Вау. Ладно. Ключи продолжают быть ненужными совершенно. Кто это такой? Это чувак, который будет забирать у меня отныне все монетки, чтобы я не ныл, что в магазе плохие сделки. Трейды. Плохие трейды в магазе. Грид и все остальное. Ну ладно. Теперь сложно с пауками, потому что непонятно, какие пауки френдли. Ключи продолжают быть абсолютно ненужным делом. Ну ладно. О, это изи. Ну, как говорится, знаменитые последние слова. Ну, это в натуре изи. Я даже не против. Так как мы все равно сидим на соул-сердцах, иди сюда. Семперанс. Это та самая бесполезная карточка. Мне нужно дохириллиард ключей. 4 ключа, если быть совсем точным. Пауки продолжают меня, конечно, удивлять. Я продолжаю недоумевать. Ключ! Недоумевать на тему того, как пауки так прыгают туда-сюда, охеревшиеся в краину. Бомбочки... Магаз без ключа прохожу. Чаос. Не, ну я не могу не взять чаос. Это же фан. Ну все. Руинит. Офишили. Надо посмотреть на его ухмылку, а? Нормально.
Урона, кстати, до сих пор не то чтобы очень дохера. Так, типа. Более-менее урона. Очень много дюдов вокруг летает, правда. Сейчас бы БФФ. Есть один ключ. Я могу, короче, понадеяться на то, что я открою один из трех сундуков, и из них выпадет еще один ключ. На изичах. Вот из этого сундука. Изи. Глаз Кэнон, это... О, это мощно. Но... Ладно. Не стоит, наверное... Настолько сильно наглеть и надеяться. Ну, вот можно еще с дедом поговорить. Ключ, пожалуйста. Надо было все скормить маленькому ублюдку. Ну, похер. Ладно. Я попал в кого-то. А, этот дюд меня захилил. Ничего не упало с Энви. За три ключа мне предлагается скелетон ки. О, да, у меня нет никакого пирсинг урона. О, это будет увлекательно. Нет! Что за сундуки, интересно, здесь? Так. Погодите-ка. Брать плацебо или не брать? Брать плацебо или не брать? Хм. Типа... КП довольно много. Но я могу получать урон, и ХП будет мало. Чуть не было невероятной руиной. Но я могу, кстати, вернуться сюда с таблеткой в любой момент. И прожать плацебо. Если внезапно у меня появится таблетка на этом этаже.
Ладно, я не буду использовать последнюю бомбу на проверку секретной комнаты. А, вот сюда я даже зайду, пожалуй. Выглядит как что-то интересное. У меня урон вырос или что случилось? О, мой маленький дюд, он застрял! Он застрял. Бедняга. My safe protects me. Ха. Так, ладно. Не будем долго печалиться о застрявшем дюде, потому что с ним все в порядке. Пойду лучше юзану плацебо. Чуть-чуть. Что же это будет? Хм. Чуть-чуть. Буп. Shoot speed down. No, I guess. Это было... На это было больно смотреть. А, у меня нету ключа. Блять, ну не надо получать столько урона. Не надо, не надо. Ну... Так, все в порядке, я перестану руинить сейчас, сейчас все будет окей. Вот, например, глиттер-бомбы. Прекрасно. Очень много бомб. В принципе, можно сразу вот туда сходить, наверное. А, а где тогда? Типа, здесь не может быть, да? Если я правильно понимаю, то здесь быть не может, но я проверю все равно. О, ключ. Окей. Мне вот здесь еще нужен магаз. Магаз. Он же может на этом левеле заспавниться? Я не знаю. Ну давай уже что-нибудь роди мне, ну. Да. Damn. Ладно, неплохо. Батарейки тащат, вытаскивают меня из этой грязи. Я сейчас наполучаю охеренное количество урона.
Ага. Смотрите, это чувак с монетками в глазах. С серебряными монетками, если быть совсем точным. Так. Нет! Неизвестная мне таблетка. Окей. Иди вон, забери монетку, братан. Ну, я так и знал, что ты на самом деле не любишь меня. А чё? Вот же, можно тушить. Вот это месть от костра. Вот это да. Вот это да. Ну ладно, ладно. Я припомню себе это костер. Ладно, что это такое? Это лак ап. А мне нужен на что-то лак? Мне кажется, вроде бы ни на что не нужен лак. У меня нет никакого прока. А, я еще не смотрю, какие у меня будут боссы, какие у меня будут айтемы в комнатах, хотя у меня Dreamcatcher. Вот это я зря, конечно, так делаю. Ну ладно. Это же теперь уже бесполезно, потому что дальше не будет комнат с айтемами, вроде как. Ну, по крайней мере, может быть, в следующий раз я вспомню об этом раньше. И когда этот дзют успел стать двуногим? Супер Мидбой? Хм. Ну давай, есть сюда, давай, давай. Давай. Молодец. Не бесполезен. Официально говорю, он не бесполезен. Так, а чё этот Гаппи Хэрбол, кстати, все больше и больше становится потихоньку. О, чат. Здравствуй, чат. А чё-то ты маленький, чат. Почему ты такой маленький? Чат. Ты чего, чат? Разбрасываешься тут, видите ли, сердцами. Ну, это, кстати, почти фулл хп. Сейчас это исправится, конечно.
выглядит, что это сейчас будет исправлено. Вон, у меня Супер Мидбой просто такой. Ну, я постою. Вы не против, господа? Еще какой-то саммон. Lord of Flies. An angry fly has appeared in the basement. Ну чё, BFFs, и на этом расходимся, да? Нихера, какой он огромный. Так, а чё я делаю, Всё в порядке. Что-то ещё взрывается. Как будто недостаточно спецэффектов на экране. Батарейка выглядит покчампом, кстати. Я не уверен, но у меня есть легкое подозрение на то, что теперь у меня бесконечное ХП. А, так я летающий. Кюк. Ну все? Да, официально это все. Ну, а до сих пор у меня нету проникающего урона, правда. Но у меня есть саммоны, которые гуляют и кайфуют. О, еще. Замечательное дерьмо. О, так это маленький этот дюд. Вот какой он милаха. В натуре милаха. Я первый раз видел, что я не могу активировать активируемый айтем, потому что у меня было макс ХП. Шок. Ну, вот эти вот саммоны, которые чейзят противника, они просто ломаются, когда у них нету пафайдинга, получается. Судя по тому, как они стоят в непонятках в начале комнаты. Да, идемте взрываться. Respectable damage, впрочем, кстати, даже. Не то чтобы абсурдный, но respectable damage. Чё это такое? А, я двойне летающий. Заебись. Что это за одно сердце мне тут предлагают? Что мне за одно сердце предложили? Хер знает, короче, ладно. Мне нужен какой-то айтем, который заберет у меня одно сердце, у меня будет перманентный керс, и это будет покчамп. Урон-то не надо получать, урон получать не надо, Рустам, да, 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 не надо бы получать урон. Магазина больше нет, можно скармливать монетки деду. Ну давай, ага, понимаю. Ангетмен. Бля, сука, я ненавижу этих противников. Господи, горите в аду.
Last? Very well. Ну окей. Совершенно не обязательно было урон получать в очередной раз. Так, оп, аккуратненько. Бомбы. Монетку почему-то дюд не забрал. Хотя мог. Я как-то начал наносить им урон. И почему-то у меня эта херня начала заряжаться странно как-то. Ок. Не понимаю, куда меня хилит, конечно, чувак. Да-да-да. Ну нифига, у них есть вариант еще такой с кровяными подтеками. Опа, добрый вечер. Добрый вечер. Бомбу подарил, хорошо. Эссель не забудет своих героев. Ну что ж, спасибо. Как она там, Эсселька? Мертва? Я выключил в стиме показ новостей, потому что, ну, как бы да. Обнова вроде какая-то вышла недавно. Продолжаю собирать монетки зачем-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Легко. Сейчас, правда, будет нелегко. Вот это дерьмо тоже не совсем нелегко. Вроде жива, с обновами так же худоватенько. Понятно. Ну, видимо, не поняшка, а хпшка. А чё? Почему мне дало плюс чего-то там, и это уменьшается каждую секунду? Добавили возможность спавнить двери с сервероделом. Но это было хорошим добавлением. У меня, надеюсь, дэмэдж до нуля не упадет. Потому что он так падает страшно. Зачем я в сердце превратил в сердце? Это тоже вопрос, конечно, тот еще, ну ладно. Только внутри комплекса они могут крашить над клиент.
Ну, как говорится, balanced. Как in all things. Нет, это финальная комната. Это сложнее, чем комната с боссом. Нет, умри, пожалуйста. Блять, не надо. Дядя. Уф. Если бы у меня сейчас пульсометр был включен, там, блин, уф, просто уф, сердечко. Ладно, я почилю здесь, пока вы там разбираетесь, да? Тут вот еще есть враг, пацаны. Молодцы. Блядство. Блядство. А, там стоит дюд и просто овнит сердце, лол. Як. С контроллера или с клавы сидишь? С клавы. Fetus in a jar. 9-й челлендж. Замечательно. Теперь надо не обосраться. Блядство. Блять, нихуя себе! Эта комната точно стоила одного ключа. Надо не обосраться, говорил он. Мы нахуй все взрываем. Вот это взрываю. Это взрываю. Что это? Strength. Замечательно. Давай, на full money закупаемся, да. Активируется на боссе, потому что если она активируется на боссе, я в панике точно что-то сделаю не так. На 9 сердец, конечно, вряд ли не так, но... Мы богаты. Бля. Я не хотел становиться богатым. Это обман. Ловушка.
сука. Блять. Ну давайте, монетку у меня, все дела. А, еще не закончилось, оказывается. Угу, угу. Ладно. Блин, я обосрусь, когда они взорвутся. Страшно, просто страшно. Не знаю здесь врагов. Чуть ли не в третий или во второй раз. А что лучше, интересно, это или то? Хз, ладно, это будет это. Ну все, давай, давай, это, короче, на выход. Тебе здесь не рады. Так, что-то там насчет того, чтобы не обосраться было в планах. Ну, кажется, получилось не обосраться. Да ты что? Да не может быть, я разлучил нож. Вот это да. В будущем надо это делать раньше, наверное. Их вон, оказывается, падает. Прекрасно, 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 прекрасно. S-clap. А, тут такая же концовка. Буп. Мамин нож. Ага, фоточка начинает проявляться потихоньку. Понятно. Но это успех? Это успех. Чё там, сколько? 2 часика идет стрим? Нормально.